ओम धम धन्वंतराय नमः। ओम ओम अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्रः अयम मे विश्वभेषजः अयम शुभा विमर्शनः योऽन्तः प्रविश्यम् वाचम् माम् प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिसरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। गुड इवनिंग रसिस्की यूनिवर्सिटेट Душбе народу. Somehow I tried. Я попытался произнести это слово. Руден. 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 Recently we have also put up our center in Chicago. Недавно мы были в нашем центре в Чикаго. All over the world now, Eastern medicines like Ayurveda or Chinese medicines are becoming very much in mainstream. Сейчас по всему миру очень сильно проглядывается развитие как восточной медицины, так и китайской. My dear friends, when you have to practice the treatment in Ayurvedic perspective, мои дорогие друзья, когда вы собираетесь принять прибежище у восточного образа лечения, you have to understand its practical ideology. То следует понять практическую идеологию процесса. Few words are very famous of Ayurveda, like Panchakarma. Некоторые слова об Аюрведе они очень популярны и известны, например, Панчакарма. Or like, you know, some Абхьянга. Или Абхьянга. Or Трифала. Трифала. But why are we using them? Но почему мы их используем? What is the basic idea behind this? Какая принципиальная идея кроется за этим? Actually, we divide all treatment of Ayurveda in 6 categories. На самом деле, мы можем разделить все учение Аюрведы на 6 категорий. You will surprise that this is, if you know these 6 steps, whole Ayurveda covered here. All. Вы будете удивлены, может быть, но узнав о 6 этих аспектах Аюрведы, можно будет сказать, что вы имеете представление о всей Аюрведе. From fever till oncology, whatever in Ayurveda possible, everything comes here. От температуры, жара до онкологии, все подпадает под эти 6 категорий. This is said by Charaka. Это сказал Чарака. In 23rd chapter. 23 главе. I am taking Sutra Sthanas, 23rd chapter here. This is the reference of these 6 topics. Это я привожу сутры из писаний, которые обсуждают эти 6 аспектов. Now, the first one is called Langhana. Первый называется Langhana. You are very familiar with the word detoxification. Все, конечно, знают слово детоксификация. About that whenever in the body anything which is extra. Вопрос заключается в том, что когда в теле появляются какие-то излишки, not wanted by your system, которых наша система в организме не хочет, that is considered as toxin. То тогда это имеет право называться токсином. It's not that it's bad or something. Это не то, что что-то плохое. Anything which is useful by your system, все, что полезно и используемо вашей системой организма, that is your part. Это что является вашей составляющей частью. Anything which is not useful for your system, все, что никакого блага вашей системе организма has to be removed out. Это следует, должно быть выведено из него. So the simple term is langhana, by which you try to burn the thing which is not needed for your system. Иными словами, простой термин langhana означает, что вы стараетесь вывести все ненужное из организма. Anything which you eat, you have to burn it. Потому что, что бы вы ни ели, что не попадает в организм, оно должно быть сожжено. So if you eat, no problem. Если вы кушаете, нет проблем. But after eating, that particular food should be burned. Но после того, как вы съели, эта определенная еда, она должна быть переработана. If it is not burned, а если она не перерабатывается, it remain in the system, если она остается в системе, it act like a toxin. То тогда она начинает действовать как токсин. It acts like a foreign material, foreign body. Как чужеродное тело действует. Which can activate all immune reactions. Которая может спровоцировать всю иммунную реакцию. Autoimmune disorders. То, что касается современного мира, проблемы, с которыми часто люди сталкиваются, это аутоиммунная система. I know that many of you know about this, where your own immune system starts attacking your own body. Я знаю, что многие из вас с этой проблемой знакомы, может быть, это случается тогда, когда ваше собственное тело начинает, когда иммунная система начинает атаковать ваше собственное тело. According to modern world, there is nobody knows the reason why
immune system, your defense system start attacking your own self. В современном мире нет никакого объяснения тому, почему ваша защитная система, иммунная система, начинает действовать прямо противоположным образом и атаковать тело. If the food or anything which is not being digested and moving in the blood and moving in the joints, brain gives the message that there is some bacteria or virus, though there is no bacteria, no virus. Если еда какая-то остается непереваренной, то токсины попадают в кровь, попадают в суставы, попадают в мышцы, и таким образом до мозга доносится информация, что есть какое-то чужеродное тело, соответственно, оно дает негативную реакцию. Иммунная система получает реакцию, импульс от мозга, иди атакуй. And immune cells, lymphocytes, T cells and B cells, they start attacking the joints, considering that there is something like bacteria or virus. И тогда все процессы в клетке, все составляющие клетки, они получают информацию о том, что надо идти атаковать какой-либо вирус или бактерию. But actually there is nothing like that. Но в действительности ничего подобного не происходит. We call this as a ama. Это мы называем ама. This langdhana detoxification is a technique, wonderful technique, which can burn all this ama from your body. Эта техника детоксикации лангдхана, она призвана к тому, чтобы сжечь всю аму в вашем теле. Because this, if in your body the thing which is not needed remains, your mind and your body cannot remain in peace. Потому что если какие-то нежеланные элементы остаются в вашем теле, то это является следствием того, что ни ваше тело, ни ваш ум не будут спокойными. So I will take one by one. Я сейчас буду разбирать с вами пошагово. Hope I can make it more interesting for you people. Надеюсь, я сумею предоставить информацию интересную. This is a serious medical discussion. Это очень серьезная медицинская дискуссия. But nothing should be serious. Но ничто в действительности не должно быть серьезным. We will try to make it more interesting. Мы постараемся более интересно все сделать. See?